Йоу, народ, это снова я, Дэйв Ван Бруклин, и моя обучающая рубрика «100 полезных советов для танцора». Специально для паблика «Энциклопедия саморазвития» для танцора ВКонтакте, где собирается очень много полезной информации для танцора, не только танцы, но и очень много всего. Итак, совет номер 29. Доводите себя до пика. Иногда. Что я имею в виду? Дело в том, что иногда бывает такое, что мы доходим до пика переутомления. Да? Вот так получилось, что наслоилось очень много всего, переживания, волнения, физическая усталость, стресс и все такое. И мы вроде как наконец-то доползли до постели, легли спать, и спать не можем, потому что внутри что-то тикает, что-то вот... не дает нам отдохнуть, не дает расслабиться до конца. То есть вот это вот гормональный такой состав у нас, кортизоловый в крови, который не дает нам успокоиться. Вроде как это плохое состояние, вроде как мы под стрессом, вроде как это уже пик, это уже край, это уже вот уже дальше нельзя. Кажется, что дальше уже автоматом мозги отключатся и ты упадешь, так сказать, без сил. Но я обратил внимание на то, что именно в таком состоянии мозг, он как будто бы пугается того, что это все, конец, смерть, что это... И он дает максимум какого-то креатива, да? Вот я обратил внимание на то, что когда ты, у тебя уже глаза закрываются, ты уже... То есть, ты наоборот не закрываешься, когда у тебя усталость дикая, но глаза при этом не закрываются, и вот это волнение, такое возбуждение, ты ложишься, закрываешь глаза, у тебя идеи, идеи прут, куча энергии. Как оттренировать это, какие могут быть дополнительные упражнения, как то, как все, танцевать хочется, двигаться, хотя ты утомлен. Это очень похоже на то, как малыши, маленькие детки, перед тем, как лечь спать, они очень сильно капризничают и не плачут. Ты их пытаешься успокоить, ну-ну-ну-ну-ну, они, ты уже, что же делать, они, и отключились. Вот, и на этом пике эмоциональном мозг выдает очень много полезной информации, очень много различных идей, креативных подходов, именно мыслей, которые обязательно потеряются, если их не записать. Поэтому лично я использую для себя телефон, я записываю в заметках, потом выключаюсь, с утра просыпаюсь, смотрю, у меня целый список всего, чего интересного я напридумывал, накреативил. Пользуйтесь этим. Иногда доводите себя до такого состояния, но не часто.